Андрей Паук, а вы по какому вообще вопросу звоните? Есть такая черная карта оккупантов и пособников режима. Там есть данные Талая Алексея Константиновича. Написано, что он член Конституционной комиссии. Вот. И агрессивно вызывался о маршах людей с ограниченными возможностями. Вот. А вы хотел... вообще представьтесь, что вы, Андрей Паук. Что вы, Андрей с кем Паук. Я вообще разговариваю? Известный блогер Андрей Паук. Известный блогер? Да. Ух ты. Алексей Константинович, это вы? И дальше что? Так хотел поговорить, почему такая позиция у него? Что он против протестов, против змогаров? Против протестов и змогаров? Да. Участвовал в пропагандистских эфирах. Видите, как сейчас режим в тартары летит Лукашенко, крушится все. Что он будет потом делать, Алексей Константинович? Не знаю, не знаю. Наверное, таких, как вы, будет лечить. Где я будет? Я сейчас ему передам информацию и перезвоню вам. Хорошо.